Bandehe Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitta Ananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charano Dayam Gopi Jano Samayuktam Binda Vanam Manoharam Vāñśā kalpataru vasya kipā sindhu bhavacha patitānaṁ pāvunebhya vaiṣṇavebhyo namo namah mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅgum laṁ hetigiriṁ yat kipātam aham vande paramānanda mādavam brindāvai tulsidevai piyāvai kesavasacha Shna Bhakti Pade Devi Satya Vattvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naruncaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudirayat Sankirtane Krishna Kathopadesh Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Barana Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtaduham Tethas Padam Siva Virinchinutam Saranyam Vetatiham Panatopal Bhavad Diputam Bande Mahapurushate Charana Ravindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Bispuri Jito Kamepigo Dushu Adarshi Puruna Nuragara Sasagara Sara Murti Saradhika Maikada Kipam Krush Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka badatu, Sankirtanai kapitaru kamala yataksho, Vishambarau dijabarau jugadharma palau, Bande jagat priyakaru, Karuna Bhataru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura surair bandito dibharupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavan rupe na sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushita vam bhagam Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisha Jusho Badane Lakshmir Jasya Chavakshasi Jasyaste Hide Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama,
Рам Рам Хари Хари. Асато Симадандхасья Даридрам Параманджанам. Асато Симадандхасья Даридрам Параманджанам. Асатохо Симадандхасья Даридрам Параманджанам. Гаурия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Бхопад, Парамахамса Джагадгуру told that if there is no... Гаурия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что если есть никого, кто мог бы защитить нас в нашей жизни, если мы не видим нашего защитника, хранителя, то тогда вся окружающая обстановка может принять ужасную форму и будет пытаться нападать на нас. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что если есть никого, никакого защитника, хранителя, который может защитить нас, то окружающая обстановка может принять какой-то ужасный вид и будет пытаться как-то нападать, вредить нам. И поэтому у нас должен быть хранитель, защитник. И вот большинство людей не могут найти какого-то прибежища, какого-то успокоения, и так жизнь за жизнью они скитаются везде. Гуру Вайшнавы, они хотят спасти нас, иногда они говорят очень жестко. Кто-то думает, что Гуру Вайшнавы их враги, но это не так. Они не враги, они наши подлинные друзья. Они хотят помочь нам, они хотят изменить нашу жизнь. Они не могут потерпеть, что вы идете в каком-то неправильном направлении, и поэтому они говорят так. И вот Прабхупад говорит, Гуру и Вайшнава, если они как-то жестко говорят с нами, то это из-за их милости. Если не будут жестко говорить, кто кроме них скажет, что правильно, а что нет. Шрила Прабхупад говорил, обусловленная душа, она полна ошибок, недостатков всегда. И вот Шрила Прабхупад говорит, благодаря объединению Пракрити и Пуруша рождается этот феноменальный мир. И мы видим этот мир, материальный мир, как проявление Пуруши и Пракрити. Этот мир полон майя. И везде, куда бы мы ни посмотрели, везде майя. Если вы откроете глаза и будете смотреть на этот материальный мир, то баджан не сможете совершать. Поэтому глаза нужно закрыть, чтобы ничто не отвлекало, и сконцентрироваться на лотосных стопах гуру и вайшнавов. И вот это объединение Пракрити и Пуруши, в результате чего рождается материальный мир, хотя мы видим большое разнообразие в этом мире, но мы должны понимать, что все это исходит из одного единого абсолюта, все это разнообразие в мире, оно исходит из одной единой таттвы. И вот, осознав этот фактор, если можете понять это в своей жизни, то майя не сможет поймать вас, если вы осознаете это все. И
И поэтому запрещено кого-то ругать или хвалить. То есть если мы... Если мы материалист, ну, если кто-то материалист, то критиковать его не хорошо. Если мы будем критиковать их, то мы, будучи в обусловленном состоянии, то есть если мы кого-то хвалим или ругаем, мы вынуждены думать об этом человеке, его характере, его поступках, поведении. То есть мы не можем кого-то ругать или хвалить, не думая о нем. И вот если мы думаем, поэтому одна обусловленная душа не может критиковать другую обусловленную душу, ну иначе она какие-то качества перемет ее. Хвалить тоже опасно, поскольку тоже в процессе хваления кого-то мы его качества можем обрести или какую-то часть из них. Например, кто-то хвалит каких-то политиков. Но мы должны помнить, что эти политические лидеры внешне и, если они что-то хорошее делают, но все же они материалисты. И вот если мы сконцентрируем свой ум, но будем думать о ком-то, или будем критиковать кого-то, то это очень опасно для нас. Но Шрила Прабхупад говорит, если чистые гуру вайшнавы будут говорить жестко в адрес кого-то, Шрила Прабхупад говорит, что это выражение его милости. Если вайшнавы не будут пытаться исправить нас, кто же нам поможет, кто же нас исправит? И поэтому, когда гуру вайшнавы становится хвалят кого-то или ругают, это значит, они выражают свою милость в наш адрес. И мы не должны быть сконфужены этим. И та шлока, с которой начала, она очень важна. Нарада говорит, и вот было два брата Кувера, или кого там. И вот, видя их поведение, Нарада подумал. Нарада не гневался, но все же он подумал, что они сыновья Кувера. Они должны быть воспитаны, какой-то этикет соблюдать. Я пришел к ним, но они не подумали, что нужно одеться и выразить как-то почтение Нараде. Нарада, конечно, почтения не ожидает, но все же, на всякий случай. Если, например, мы в процессе игры или после случая задели мать ногой, то это оскорбитель, и нужно попросить прощения у матери. И вот смотрите,
И мать она зовет ребенка, просто говорит, чтобы он тут извинился, поклонился ей. Мы не понимаем любовь матери. Мать она не из-за того, что она этим обиделась, а из-за того, чтобы в будущем у ребенка не было проблем из-за этой плохой кармы. Поэтому она просит его исправить это, извиниться за то, что он случайно задел ее ногой. И вот эти сыновья Куверы были опьянены богатством, и поэтому они не выражали почтения Гуру, Риши, Вайшнавам. Люди, когда они становятся бедными, они обычно становятся более смиренными. Иногда можно видеть, какие-то люди были, ну, преданные в прошлом, были очень бедные, потом благодаря преданности разбогатели и перестали выражать почтение гуру Вайшнавам. Таких примеров достаточно много. И поэтому Нарада говорит, асато, асад значит сад и асад. И вот асато — те, кто думает о материальных богатствах, о материальных вещах, из-за их ложного эго они становятся слепы. И если они опять становятся бедными, я могу привести пример, какие-то бедные люди жили в шалашах в нашей местности, и после этого разбогатели. Не хочу говорить об этом, по какой причине разбогатели, что-то там, в общем, каким-то делом занялись и купили большое здание в Калькутте. И они настолько разбогатели, что очень возгордились. И после этого, через пять, они, что случилось, они продали это здание и вернулись в свой шалаш. И таким образом, это очень опасно. Если они станут бедными опять, это благословение. И вот сейчас я хочу связать этот случай с Тринадописуничлока. У вайшнавов должно быть это качество, без которого мы не можем сказать, что не вайшнавы. И вот без Тринадапи, без подлинного смирения никто не может стать вайшнавом. Это невозможно. Гаупад Падма шутил с нами. Я хочу стать вайшнавом. Но услышав, что я должен стать смирен, я не могу этого сделать. Могу делать все, что угодно, кроме того, как стать смиренным. Это очень сложно. Однажды Дроначал Парват спросил Ханумана, кто главный слуга Рамачандры. Вот Дрона...
это кто-то думает, это горы, это какая-то материя. Но дочь Гималаев, Дурга, вы не знаете, жена этих Менака, это жена, это как я. Вот же жена этих гор, ну, этих, имеется в виду деватов. Девата Гималаев имеет жену девату, вот, Минаку. И вот однажды этот Дроначал Парват спросил Ханумана, что ты имеешь в виду? Вайшнавата, вайшнавизм. Что такое Бхагавад-дхарма? Он хотел получить ответ от Ханумана, поскольку он великая личность. И Шанкар Бхагаван, он пришел в форме Ханумана, чтобы служить Рамане. Махадев пришел в форме Ханумана, чтобы служить Раме. Среди всех знающих он великая личность. И вот он спрашивает, что ты имеешь в виду под Бхагавад-дхармой. Он хотел спросить, и Хануман Махарадж ответил, ты должен помнить и не забывать. И вот Хануман сказал, наш Дроначал Парват спросил, что такое Санатан Дхарма, Бхагавад Дхарма. Санатан Дхарма значит Бхагавад Дхарма. И что значит Санатан Дхарма? Я хочу получить ответ от вас. И Хануманджи Махарадж говорит, если кто-то делает что-то хорошее для меня, я должен помнить. Мы должны быть благодарны этому человеку. Если нет благодарности в жизни саду, то нельзя сказать, что это саду. Какой бы ни был у него большой титул, но все же важно суть, а не титул. То есть человек может ничего себе не представлять, а просто купить какой-то длинный титул, а толку от него. Суть в том, что благодарность — это очень важное качество на пути баджана. Мы должны быть благодарны Гуру Вайшнавам и Бхагавану. Мы не можем отплатить Бхагавану или Гурудеву, но все же мы должны пытаться, чтобы что-то делать. Даже в материальном мире, как домохозяева или те, кто находится в материальной жизни, когда они рождаются, то они становятся, ну, они должны риши, питри, предкам, мудрецам, предкам, бутам, живым существам. Здесь слово «рин» значит «долг». То есть человек рождается, он должен солнцу, луне, своим предкам, полубогам, мудрецам за то, что они
дает солнце, свет, знания. Вот как Риши Муни после долгих медитаций, размышлений, они оставили нам великое сокровище знания, но мы не готовы принять его, мы настолько глупые. Риши Муни после тысячи лет совершения баджана не оставили нам Веды, Пураны и остальные писания. Но мы не готовы принять их. И поэтому Бхагаван Си Кришна сказал Удаве, Удав спросил: «О, о Прабху, кто разумен, как мы можем знать?» Удав Махарадж спросил Кришну, кто разумен. Бхагаван Си Кришна отвечает: Бхагаван Си Кришна говорит Удаве: разумен тот, кто И вот, обретя это тело, человеческое тело, которое недолговечно, и кто по-настоящему разумен, тот, кто, обретя это драгоценное человеческое тело, стремится к амрите, к нектару, к бхакти, к духовному сокровищу. И преданность моим лотосным стопам — это настоящая амрита. И тот, кто обретает эту амриту, он по-настоящему бессмертен. Тот, кто искренен и бдителен, чтобы обрести эту амриту, тот по-настоящему разумен. И вот Хануман говорит: если кто-то делает что-то хорошее для меня, тот, кто принял санатана дхарму в своей жизни в подлинном смысле, те, кто следует санатана дхарме, те, кто принял санатана дхарму по-настоящему. И Господь думает, что он тоже что-то должен сделать для него. Я помню своего школьного учителя. Во время обеда какие-то проблемы у меня были. Я ходил к нему, он помогал мне решить какие-то задачи. И все остальное я помню, я благодарен ему. Но я, опять же, не следую его учению школьному, но благодарен за то, что он мне дал. То есть такой тонкий момент. Тут этот учитель был материален, но как бы Махарадж благодарен ему, но не следует ему его учению, а следует духовному. Если у нас нет смирения, мы не можем признать, что наш Гурудев, наша Сампрадая, наша Гуру Варгаш сделали что-то значимое. Name and fame is like
my stool and urine for a Vaishnava. Not, I am sorry, I am speaking wrong. As a stool of hog. Stool of hog. Pig. Not even stool and urine. Because you are taking some bread, chapati, after that you are passing stool. And hog, boar is taking stool eating, stool eater, after that passing stool. You can realize the quality of the stool. You can realize that quality. So, Baba speaking, Jorera Patishta Sukhori Vishta. Jorera Patishta Sukhori Vishta. И вот чистые Гуру Вайшнавы, они не они беспристрастны. И вот Тринада Писуниш Бхава и благодарность, они не отличны друг от друга. Тринада Писуниш, что я хочу сказать, основа Тринада Бхава, благодарность должна быть, поскольку нет если нет благодарности, как мы можем обрести Тринада Пи? И вот это математически. Когда я чувствую, что вы выше меня, вы превосходите. Если кто-то, мы видим кого-то, я чувствую, что он превосходит нас, у нас уважение, естественно, проявляется. Махапрабху, если кто-то выражал почтение ему, Махапрабху говорил дасасми, чтобы дать нам урок. Шрила Прабхупад, тоже если кто-то кланялся ему, он говорил дасасми, я ваш слуга. Шрила Прабхупад выражал почтение душе того, как можно вспомнить. Удов, он выражал почтение Дурьотхане. Но будьте уверены, Удов не выражал почтение этому Дурьотхане, глупцу Дурьотхане. С такой концепцией, что Бхагаван Шри Кришна, он там внутри его сердца. И в Бхагаватам говорится, в 11-й песне, когда вы обрели это чувство, они видят Иштадева Бхагавана, и тогда в Бхагаватам говорится, чистые преданные, они готовы выразить почтение даже животным, коровам, ослам, собакам, поскольку они видят сверхдушу в каждом теле. Когда мы можем чувствовать Бхагавана везде, как мы можем кем мы будем наслаждаться, если мы видим Бхагавана, который пребывает в сердце каждого. Наслажденческое настроение не может находиться в сердце чистого преданного. И что я хочу сказать, то, что на пути Тринадапи, благодарность, чувство благодарности должно быть. Если я не чувствую его, то как я могу выразить почтение вам? И вот это естественно. И если я думаю, что я превосхожу вас, то тогда я могу критиковать вас с чувством превосходства.
Мы можем так оскорбить кого-то ненароком, но когда мы чувствуем, что кто-то превосходит нас, то чувство смирения естественным образом возникает. Кришнадас Кавираж Госвами говорит: In this whole infinite universe, who is going to show exact actual mercy to him? Во всей этой вселенной кто покажет нам подлинную милость? Мать, отец, так называемый гуру, нет, они не друзья, они хотят забрать деньги с наших карманов. И вот это очень важно. Кришнадас Кавираж Госвами и Шрила Прабхупад говорит: чем больше мы продвигаемся в нашем баджане, тем больше мы будем чувствовать смирение. Мы не будем критиковать кого-то или ругать. Глупые люди не имеют представления об этом. Они не знают, какие признаки у гуру вайшнав и другое. Если один вайшнав, у него нету предания лотосным стопам Бхагавана, то у него нет права говорить об абсолютной истине. Он не может говорить. Шрила Прабхупад говорит: если нету самопредания в вашей жизни, то вы можете почувствовать какой-то страх, говоря об этой абсолютной истине. Этот страх будет мешать вам говорить об абсолюте. Шрила Прабхупад говорит: до тех пор, пока кто-то не разовьет полное самопредание, веру в лотосные стопы Бхагавана, он не может говорить об этой абсолютной истине. Поскольку ему нужна пратиштха, дешевая слава, еще что-то, поэтому он не может говорить об абсолютной истине, будет говорить то, что удобно публике. И вот Шрила Прабхупад говорит: настроение Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупад и Кешав Госвами Махарадж говорят: до тех пор, пока вы не достигнете нейтрального уровня, если отец говорит что-то против гуру вайшнава, я отвергну его. Это настроение чистого вайшнава. Даже если жена говорит, что выступает против гуру вайшнава, то он тоже отвергнет ее, поскольку они не развили... тут наоборот. То есть, если у нас есть сабандхагьяна, знание нашей взаимосвязи с кем-то, то мы будем защищать их, любить. Как, например, у нас есть сабандхагьяна, о том, что наши дети, мы естественным образом их защищаем. Если кто-то ругает их, мы выступаем против. Отец, мать, жена. Если у нас есть самбандха гьяна в отношении родственников, то, естественно, мы будем защищать их. А если мы развили самбандха гьяну с гуру вайшнавом, и тогда, если кто-то оскорбляет гуру вагу, мы будем чувствовать, что должны дать должный ответ. И в этом учении Сати Деви. Как же дальше Праджапати, он
оскорбил Шанкара, Вайшнавараджа, Шамбху, то Деви очень опечалилась. И она оставила связь с отцом. Ну, то есть она ментальную связь с отцом она уже оставила, но все же ей было неприятно, что она дочь Шива-оскорбителя, и что ее муж Шива может назвать ее Дакшайани, и это было неприятно, и поэтому она решила оставить свое тело. И вот здесь вот Муладхара чакра находится, где начинается позвоночник, потом Сватиштана чакра, потом другие чакры. Чем больше вы концентрируетесь на вашем баджане, тем выше ваше сознание поднимается. Почему гуру вайшнавы не устают? Почему они всегда полны энтузиазма? Почему? Поскольку они чувствуют некое великое чувство. И в итоге Сати Деви, она сконцентрировала свой огонь. И весь этот... Ну вот Сати, она сконцентрировала свое сознание и сожгла свое тело в йогическом огне. Даже эти борцы за свободу, они не хотят жить, если они не могут защитить свою родину. Они посвятили свою жизнь своей родине, борьбе за ее свободу с радостью. Но далеко не все могут посвятить свою жизнь Шриле Прабхупаде, нашей Гуру Варге. Кого Гуранга Махапрабху хочет выразить почтение, как Шримати Радхарани, Шриле Прабхупаде, Гуру Кишор Бабе, Шридар Гусей Махараджа, Кишор Гусей Махараджа, Бхакти Прамод Пуридев Гусей Махараджа. Гуранга Махапрабху хочет выразить им почтение. И как мы можем выражать какое-то недовольство ими, по кого Шрила Прабхупад, не только Шрила Прабхупад, когда Шрила Прабхупад совершал намаягью в читании матхи. Вся Гурварга явилась, Панчататва пришла. И сказали ему, что ты должен проповедовать. Как проповедовать? Ни людей нет, ни денег нет, мы все пошлем. Иди проповедуй. И вот сегодня я хотел что-то написать на эту тему. И после этого, однажды ночью, после 12, внезапно Шрила Прабхупад пришел из Бхакти Виген Бхавана и побежал. Один брамачари повторял харинам. Что случилось? 12:30 Шрила Прабхупад побежал. Давай посмотрим, куда Прабхупад пошел. И вот этот брамачари. Он сказал, что никто не должен знать моего имени. И он увидел, что не понял, что произошло. В общем, Шрила Прабхупад пошел в Йогапитх. Там джунгли были в то время, шакалы. И вот подумал, почему Шрила Прабхупад пошел в Йогапитх.
И потом увидел все Гандхарвы, Кинары, полубоги. Они поклонялись Шриле Прабхупаде. И сегодня я написал статью утром. Он был шокирован, видя свет и свет вокруг. Ну, это было еще 100 лет назад практически. Тут вечером, ночью света не было никакого. И вот эти все Гандхарвы, Кинары, они поклонялись Шриле Прабхупаде. Некоторые люди оскорбляют этого Шрилу Прабхупаду, которому Гоу-Кишор Дас Бабаджи Махарадж хотел принести свои поклоны. И какой результат от этого будет? И так или иначе, Кришнадас Кавираж Госвами говорит очень смиренно. Он вечный спутник Рада Говинды. Кастури Манджари, вечный спутник Гуранги. Он говорит, я более низок, чем червь в испражнениях. Это его смирение. Какое смирение было у Шри Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджи, мы не можем представить. И вот мы должны понять позицию чистой Гуру Вайшнав. Без понимания мы сами попадем в ад, и последователи тоже попадут в ад, если наше сердце чем-то осквернено. Кришнадас Кавираж Госвами, в общем, Махапрабху говорит Санатане, чтобы дать нам урок. Если кто-то не достиг этого уровня, нейтральности, да, но если кто-то говорит, что мой отец, ему нужно какие-то особые удобства в храме предоставить, или какой-то брат, сватый, родственник, знакомый, еще кто-то, это нехорошо, поскольку если мы посмотрим на какую-то обычную королеву Викторию, она и то беспристрастна. Надо же своим детям никаких этих преференций не делать. Относится так же, как и ко всем остальным подданным. И вот эта королева Виктория, она наказала своего собственного сына. Сказала, что если наказываю обычных людей, то и тебя накажу. They are so clever demon.
They are so clever demon. They like to make a joint venture. Joint venture? First of all, you erase all you have given in internet. All you erase first, then you come. We have no in a mood of retaliation. We don't like to take any revenge. У нас нет настроения, ну, то есть мы не хотим мстить за что-то, если кто-то написал какой-то юрист в своих книжках, нужно это исправить и потом только приходить каким-то договором. Решение на самом деле очень простое, но не все могут его принять. In infinity pure. Popat can never look you. Popat can never give kippah to you. In infinity pure. Sure, be sure about it. Popat cannot give kippah. For infinity pure, it will go to hell. Such a great offense you have done. I cannot forget. When I remember my mana, heart feeling very pain. What is this? So Keshavdas Kaviraj Goswami, the great exalted, devotee, not devotee, is the eternal parsa. Gauranga, Radharani, he is Srila Prabhupada, он вечный спутник Радхарани, он говорит о себе, что я более... То есть этот Кришнадас Кавираджа Госвами, он спутник Радхарани. И посмотрите, как смиренно он говорит о себе. А если кто-то очень гордится собой, то это признак того, что этот человек, он не находится в нашей преемственности, иначе как он смеет выражать такое настроение. Это нехорошо на пути баджаны. И вот что говорил Хануман. Если мы не достигнем нейтрального уровня, нейтральной платформы, то даже не сможем начать Бхагавад-дхарму. И вот, чтобы защитить нас, некоторые люди, чтобы защитить какое-то свое положение, начинают говорить какую-то ересь, ругать всех подряд. Но это нехорошо. Вот, с другой стороны, можно наблюдать, как в том же мусульманском обществе люди задают какие-то вопросы, на которые в Коране и в Исламе нет никаких ответов, и поэтому они ищут ответы на свои вопросы в других местах. Ходят в Рамандир, например. Ну, а в исламе, если кто-то пойдет в храм Рамы, там, или вообще какой-то хиндуистский храм, там его выгоняют из общества. И вот сейчас большая эволюция назревает, даже мусульмане и прочие. Можно видеть, что они принимают хинду-дарму, санатана-дарму, поскольку чувствуют, что это нечто более настоящее. Почему мы предлагаем лампаду, поклоняемся туласи, я могу дать научный ответ на все эти вопросы, но иногда кто-то спрашивает те же самые вопросы у меня, на которые я уже отвечал, если посмотреть, в прошлом году отвечал, позапрошлом отвечал, вот Махарадж статью даже написал, что такое грех, преступление и криминал, как-то так. И мы должны прочесть и понять, что Бхагаван прямо или косвенно делает все. So everything is done by Bhagavan.
и все делается с Бхагаваном. Очень простой вопрос. И нужно прочесть эту статью, и там я... Там один какой-то этот адвокат с Америки спросил, ну, мы знаем какие-то легальные эти определения и прочее, но не понимаем разницу между грехом, оскорблением и син, crime, offense, син. Это грех. Краем оскорбления, ну, надо словарь смотреть. В общем, между грехом, оскорблением и этим не криминалом, а тут что такое преступлением. Вот, какова разница? Вроде по сути то же самое, но приглядится разные вещи. И вот таким образом. До тех пор, пока мы не достигнем нейтрального уровня, мы не сможем начать баджан. У нас мы должны быть беспристрастны. Как когда мы раздаем прасад, мы должны быть беспристрастны ко всем. Махапрабху, когда раздал прасад, он был очень щедр ко всем. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он раздавал прасад, ну, прям преданные раздавали, а Мадхав Махарадж смотрел сверху. И однажды один севак, он очень был толстый и завистливый. Я очень разгневался на какого-то молочника. Тот пришел в Мадх. И эти гоши, молочники, они не просто поесть приходят, еще и ведро с собой приносят. Ну вот он и поел, еще с ведро подставил, говорит, давай, насыпай тот этот севак. Возмутился, что ты поел, что тебе еще надо. И Мадхав Махарадж сверху сказал, что случилось, ну, поел еще, с собой целую кучу хочет унести в своем ведерке. Мадхав Махарадж пришел, посмотрел на Брахмачарию, сказал, ты поел. И тот сказал, да, Гурудев, поел, еще можешь съесть? Нет, не могу. Ну, почему не дашь ему? Поэтому дай сколько просит. У Шрилы Мадхава Госвами Махараджа было очень большое сердце. Он мог обнять весь мир и вместить в свое сердце весь мир. Сейчас, к сожалению, таких великодушных людей не осталось. Даже когда он был болен, он... Ну и своим гуру братьям, которых он как-то узнавал, что они в какой-то тяжелой ситуации, он заботился о них, лечил всячески, помогал. И как возможно, что они... Я, у меня много знакомых, друзей и старших, поэтому Махарадж знает вот эту всю историю, что последние там лет 50-70 происходило со времен Шрилы Прабхупады, его учеников и всех остальных. И вот Махарадж сказал, приняли прасад.
хотите еще параманы? И какое отношение к вам это, какое отношение это к тебе имеет? Но пускай возьмет он просаду, накормит своих родственников, это хорошо. Махапрабху хотел раздавать просады, поэтому что ты это беспокоишь, что ты беспокоишься? Пускай ест. Шрила Прабхупад раздавал просад среди всех бедных людей в Калькутте, там были много нищих и прочих. Харикатха прасад и все остальное, и вот и мы не должны говорить так, это нехорошо. Чему мы учим вас всех, на наше новое поколение? Если я То есть мы должны вести себя достойно, говорить правильные вещи, жить идеальной жизнью, чтобы наши последователи они могли вдохновиться нами и следовать этому. А если мы сами ничему не следуем, что о нас скажут? Гуру приходят, гуру Вайшнавам, чтобы получить решение своих проблем. Почему? Именно для того, чтобы найти правильное решение. И эти гуру Вайшнавы, если они будут вести идеальную жизнь, что, кого они вдохновят? И сейчас я возвращаюсь к тому, что хочу сказать, что пратишта — это слово применимо только к Нитьянанде. Я объясню сегодня. Что такое пратишта? Вы знаете значение пратишти? Кто-то слышал, что пратишта — это какое-то уважение, почет, слава. Но что такое? На самом деле у нас мало такого какого-то точного представления. Те, кто имеет основу, в общем, те, кто знает санскрит, на пратишта, что значит? Если разделить это слово, каждый объект в этом материальном мире, у них есть вот даже ложка, у нее есть пратишта. Это ложка, но ложка вот Панчапатры, мы уважаем ее, она служит нам, это дерево, деревце и все остальное. Если вы найдете вот часы, например, тоже они существуют, у них тоже какая-то функция, они гордятся этим, ну и даже своим признанием, что их признают, что они часы. То есть какой-то какие-то разбойники тоже гордятся тем, что они разбойники. Без пратишти, как эти демоны, они ну, в общем, все делают что-то, чтобы утвердиться. Один какой-то бандюган был в Южной Индии и лет 20 занимался разбоем, и вот его поймали, но внутри... This must sandal 5,000 rupees.
В общем, он в джунглях какой-то дворец построил. Его, ну, 20 лет его искали, не могли найти, вдруг нашли. Тоже был очень горд собой, своими действиями. Но пратишта, есть два вида пратишты. Первое – настоящее пратишта. Такая временная и вечная пратишта. Что такое временная пратишта? Все люди, они наслаждаются какими-то достижениями. Но кто-то просто премьер-министра занял, например, и очень горд этим, но он не знает, что это не вечно. Вскоре придется оставить не только этот пост, но и свое тело. Если Бравана чувствовал, что жизнь коротка, и нужно делать что-то важное, что ведет к вечности, но он этого не понимал, поэтому занимался какой-то ерундой и поддерживал свое материальное существование. И также многие ачари тоже можно видеть, что они пытаются захватить какую-то часть мира, чтобы обрести пратишту. Многие готовы говорить неправильную сиддханту, дурачить людей. И вот есть два вида пратишты. Первое – материальная пратишта, которая не может находиться с нами. Может, мы доктор, адвокат, министр, но все равно это временное. И вторая пратишта – это вечная пратишта. Вайшнави пратишта. И будьте уверены, прямо или косвенно вся пратишта, изначальный источник всей пратишти – это Баларам. Если вы спросите меня, почему изначальный источник всей пратишти весь мир и трансцендентный мир. Даже Кришна обретает пратишту к Баларама. От Баларама, от Радхарани, как мы можем игнорировать ее? Может, вы Кришна, но у нас нет права игнорировать гуру. Гуру – это все и вся. Положение гуру гораздо выше, чем Кришны в нашей жизни. И вот даже пратишта Кришна важна. И поэтому как Кришна может оскорблять Баларама или те, кто пришли от Баларама? Когда Харидас такого оставлял тело, то Махапрабху взял его тело себе на колени и плакал. И тот же Харидас такого, Рамачандра Кхан, хотел оскорбить Харидас такого, чтобы опозорить его. И вот Рамачандра Кхан нанял какую-то проститутку, чтобы она пошла к нему и опозорила. И также того же Харидаса били на 22 базарных площадях, что плохого он сделал. Рамачандра Кхан, он оскорбил его.
пытался опозорить. Какие-то демоны могут оскорблять гуру вайшнавов, и хотя Шрила Бхактивинода Тхакура говорил Бимала Прасаду Шрили Прабхупаде: «Я иду, ухожу с этого материального мира, но будь осторожен. Ты должен утвердить значимость и славу чистого гуру вайшнавов. Я не могу, не имею права сказать, что Харидас Тхакур из мусульманской семьи, что наш Вадас Бабаджи Махарадж из семьи рыбаков. Я не могу сказать, что наш Горкишор Дас Бабаджи Махарадж из семьи Вайши или Рагунатх Дас Госвами из какой-то тоже низкой семьи, из низкой касты. У меня нет права сказать это. Если я скажу, то это доказывает, что глупый мир. Если это кто-то говорит так, это признак того, что человек не вайшнав. Вайшнавы никогда не принадлежат какой-то касте. Это основа. Некоторые даже этого не знают, как могут проповедовать. Лучше, если бы они сначала проповедовали себе. Это указание Шрилы Прабхупады, только потом вы можете проповедовать где-то еще. Шрила Прабхупада сказал, что вначале мы должны проповедовать себе, утвердиться в учении Махапрабху, и потом мы можем проповедовать другим, иначе не только проблемы будут возникать под именем проповеди. Покажите пример. Вот, если дерево манго растет, то от него будут плоды манго, а не что-то еще. И тут не вопрос борьбы, а вопрос здравого смысла. То есть не надо манго пытаться доказать, что оно манго или что-то еще по плодам. Мы увидим. Мы должны дать ответ следующему поколению, почему они, в некоторых организациях запрещают ходить куда-то в другие похожие организации, в Гаудима, в частности. Вот. Махарадж возмущается этому душу. Если кто-то хочет найти какой-то научный ответ на свой вопрос, пускай ищут, где хотят, зачем людей ограничивать. Why you are speaking like that? You have no evidence. You are speaking this. Hold one misled. Кто-то говорит, что Калки Аватара нет, но никаких доказательств привести не может, просто голые слова. Некоторые таким людям верят, и, в общем, бардак получается. Мы должны понять, осознать. Смотрите, даже Пратишта Кришна, она дана ему Баларамам или Радхарани, это Гуру Таттва. Если Кришна будет игнорировать Гуру Таттву, Кришна,
Махапрабху выражал почтение всем. Хотя был Бхагаваном Махапрабху, смотрите, даже всем братьям Боги выражал почтение Гуру Варге и всем остальным. Самурья Брахману, когда Махапрабху был, отправился в Матхуру вроде, он танцевал и пел. И когда он закончил танцевать и петь, он поклонился и спросил, как тебя зовут, откуда ты? Я думаю, у тебя есть связь с Мадхавиной Пури, да. Я его праученик, он мой парам-гуру, о, ты мой гуру. И Махапрабху прикоснулся к его лотосным стопам. Когда Махапрабху узнал об этом брахмане, хотя брахман с низкой касты происходил, низкой брахманской касты, он все равно выразил ему почтение, поскольку он его гурвага, он ученик. Ученик ученика его Мадхавиной Пури. И вот если кто-то меня спрашивает, может ли он пойти и встретиться с силой Бхакти Валабхтирта Госвами Махараджем или Бхакти Вегьяна Парати Госвами Махараджем, я всегда разрешал и вдохновлял их. Они саду, у них есть чему поучиться, много преданных. И вот к Шанти Махараджу и к остальным я посылал. И вот даже Шанта Махарадж, когда был в таком состоянии комы, все равно я посылал ему. Важно слушать харикатху из правильного источника, авторитетного источника. Найнан Бабаджи Махарадж не может говорить как-то четко или еще кто-то. Но не все английский знают там или могут говорить красиво, но все же можно пойти и поклониться им. Гири Махарадж, Сатья Говинда Махарадж. Я вот когда... И сатсанга очень важна в нашей жизни. Но нельзя кого-то заставлять совершать сатсангу или запрещать кому-то совершать сатсангу. Даже Ананта Васудев или Ананта Васудев, они совершили какую-то ошибку, но все же они открыто вот Сундарнанда и да не, но они как бы совершили ошибку, но открыто Шрила Прабхупада не оскорбляли. То есть они как-то отклонились, но отклонились. На этом как бы все кончилось. Но Гаудия Матх вечен, кто может его как, ему как-то повредить. Какие-то глупые люди живут в обществе. Чтобы понять Гаудия Матх, мы должны слушать харикатху. И вот что такое пратиштха, я хочу прояснить. Есть два вида пратиштхи. Вечная пратиштха и вайшнави пратиштха. Материальная пратиштха, она может быть распространена среди
материи, объектов каких-то с помощью майя дают пратишту. Но вайшнавы пратишта также есть. И вот Нитьянанда Прабху — это авторитет вайшнава пратишты. Когда бы мы не пытались принять пратишту от кого-то, это может стать причиной нашего падения. То есть всю славу мы должны передавать нашей гурварге, а не оставлять у себя. Никого, кроме Баларама, нет права принимать пратишту. Наша гурварга, она принимает пратишту, передает ее Баларама. И вся эта пратишта в итоге доходит до лотосных стоп Баларама. И вот. Вся пратишта исходит от Баларама. И когда мы приходим на путь баджана, мы поймем, что пратишта не имеет никакого значения. Мы должны брать во внимание только и ценить только вайшнава пратишту. Чтобы принять эту вайшнава пратишту, я вынужден сидеть на вьясасане, но я не принимаю никакой пратишти от вас. Я передаю ее Шриле Прабхупаде. Тысячи людей могут прийти ко мне, я знаю, но я не занимаюсь этим. И после того, как они проверены, они могут прийти. А какие-то глупые люди зачем мне нужны? Это наше, если кто-то превратно понимает меня, то что я могу сделать? Моя харикатха для удовлетворения Бхагавана — это не инструмент для лабхи-пуджи, пратишти. И весь источник пратишти — это Нитьянанда Баларам. У нас нет права воровать пратишту или брать у кого-то, иначе Нитьянанда, он поймает, арестует нас. Если пратишти не... Если мы, когда мы говорим об абсолютной истине, никакая слава не должна волновать нас. Также мы должны быть беспристрастны. Если мы не находимся на нейтральном уровне, то мы не сможем начать харибаджан. Мы должны осознать подняться до нейтрального уровня, избавиться от отождествления себя с какой-то организацией, матхом и всем остальным. То есть у нас должно быть сознание Бога, а не сознание организации. Мы должны думать о сампрадае, о чем-то нечто великом. И вот кто-то думает, что я... Думает ли кто-то, что я получил взятку от Садхананда Прабху? Я никогда не видел его, не встречал. Он оставил тело, когда я был еще ребенком. Но когда я узнал о нем, о его статьях, о его книгах, о его духовной практике, я был удивлен, восхищен, насколько глубокие слова там. Только Шрила Прабхупад мог писать таким образом, как Садхананда Прабху и Нишиканта Саньял.
он был профессором в этом, написал книгу «Шри Кришна Читания», и Садананда, прочитав эту книгу, он был восхищен и приехал в Индию и встретился с Бон Махараджем. И вот Махарадж опубликует статью о том, что мы не должны забывать нашу Гурларгу, которая вложила так много сил в проповедь учения Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот вся пратишта, Вайшнава пратишта, она ее оставляет за собой Нитьянанда. Нитьянанда хочет служить Кришне, Гауранги Махапрабху, бесконечными способами. Нитьянанда Трая Душа приходит, я буду говорить о нем. И вот мы обсудили творение, поддержание и уничтожение этих всех бесконечных миров. Оно... творится по благодаря Нитьянанде. Из Баларама исходит Четырвьюха, Четырвьюхи Санкаршан, потом еще Вайкунха Четырвьюха, потом еще Санкаршан. Вот таким образом Карнарнавашая Вишну, Каранасагар исходит из Баларама, не прямо из Кришны. Все. И Брахма Самхите. Иногда Махарадж говорит сложные вещи, которые сложно понять. И вот в Брахма Самхите говорится, Брахма Самхите, да, это... когда Бхагаван выдыхает, с его выдохом проявляются все бесчисленные брахманды. Все полубоги, Индра, Варун. Различные виды. А когда Бхагаван вдыхает, то, соответственно, это нити пралая. Одна из видов пралая случается, и эти все миры разрушаются, и так циклично происходит все это. И люди меняются с каждым днем, их жизнь становится короче на один день. Но, может, со стороны это более заметно, если мы не видели человека какое-то время, то видим, что он стареет. И в тот день я сказал, что без Ананта Дева Шеши
Мир Пракрити, Пракрити, он нестабилен. Шастра говорится, когда мы видим Вайшнава, мы можем обрести благо. И поэтому Кришнадас Кавирас Госвами пишет, точнее, Нарутам Таку. Если мы пойдем в Ганге, чтобы очиститься, нужно принять омовение в Ганге, какое-то время там посидеть в воде. Но когда мы видим Вайшнава, то Вайшнава Даршан сразу нас очищает. Вот однажды, ну не однажды, а каждый год. Бабаджи Махараджа приглашают на день явления ухода Бхактивиданты Ваманы Махараджа, но Махарадж не всегда посещает. В этот месяц не пошел на Харикатху, это специально пригласили. Но когда один из преданных, который живет в Гашале, Махараджа спросил Махараджа, может ли он пойти туда, Махарадж сказал, да, конечно, иди за меня, поклонись, обойди, соверши парикраму всего. Если кто-то спрашивает, можно ли слушать Бхарати Махарадж, я говорю, да, конечно. Вот в то время в читании Гауди Мадхархи был. В общем, кладовка там была какая-то, и там один преданный жил. Я тут... Ну, в общем, там у меня что-то хотели, у Махараджа хотели что-то спросить, а тогда выяснилось, что Бхарати Махарадж говорит Харикатху в это время, я послал его туда, чтобы он слушал от Бхарати Махараджа. И вот Махарадж занимался этим. Часто останавливался в Калькутте, приезжал по публикации книг, там типография была, ну, не то что поблизости, но там недалеко. И вот здесь говорится, когда бы мы не встретили Вайшнава, слугу Нитянанды или Нитянанду Баларама, то мы сразу, эта встреча, она освободит нас, а нартхи уйдут. У нас есть любовь к Гуру Вайшнава. И благодаря общению с Вайшнавами наше сердце очистится, и все осквернение уйдет. И поэтому Вайшнавы никогда не хотят оставлять лотосные стопы Нитянанды. Под именем Ананта Дева Баларама все дживы, они могут обрести свободу от материальных оков. Вридава Дастакура Вьясадева. Шешанака Анантадев. Под именем Анантадева. Все дживы.
И вот по милости Ананта Дева все дживы могут обрести освобождение. Об этой Сиддханте я буду говорить в следующий раз. И еще я хочу сказать, когда у вас возникает связь с Гуру Вайшнавом, ваше сердце может, если вы уезжаете от Гуру Вайшнавов, то ваше сердце будет чувствовать разлуку. Если вы чувствуете эту разлуку с Гуру Вайшнавами, это значит, что у вас есть связь с ними. Если мы не можем потерпеть разлуку с Гуру Вайшнавами даже на один день, это признак того, что у нас есть связь с ними. Next day I can clarify this point.